Алексей Климин спрашивает, правда ли, что коронавирус был намеренно запущен в Новосибирске? Ну, Алексей, есть такая версия, Швеция у Гордона ее продвигал, рассказывал, что это очень типично для чекистов. Я, честно говоря, при всем уважении к Швецу, я не верю. Возможно, это больше похоже вот на такое раздолбайство, понимаете, когда огромные запасы этих вирусов в векторе под Новосибирском, ну, хранились недостаточно серьезно, ну, склады взрываются, и не всегда для того, чтобы скрыть воровство. Иногда они взрываются, потому что их хранить не умеют, потому что они старые, потому что их надо ликвидировать, на это деньги нужны. Я помню похожую проблему, мы обсуждали с Александром Лебедем в Приднестровье, я когда приехал разобраться в этой ситуации с одним известным журналистом, делали интервью, все то же самое. Он говорил, что они там самовозгораются, взрываются, там хранить разрозненно, это опасно, украсть могут, хранить в одном месте, значит, вероятность самоподрыва повышать. В общем, бедность и раздолбайство – это вирусы на этом векторе не охранялись. И я слышал, там кто-то выступал по этому поводу, говорил об опасности использования террористами. Но в данном случае, похоже, просто был взрыв. И вообще коронавирус, он ведь различные его мутации каждый год приводят на Дальнем Востоке к эпидемиям. Они быстро заканчиваются. Вот эта мутация новая, она обладала каким-то вот этим странным свойством, 14, от 5 до 14 дней без симптомов. Ну, понятно, что один человек, как сейчас стали уже понимать, заражал там не 2,5, а 100 человек. Вот, и искусственный, может быть, но вырвался наружу, ясно совершенно, из-за вот этого раздолбайства, из-за взрыва, из-за неумения хранить, из-за того, что запрещенное биологическое оружие продолжает разрабатываться и храниться в количествах, сильно превышающих там интерес для научных исследований. Вот. Как он попал в Ухань? Ну, там много в Новосибирске китайцев сейчас. Действительно, могли случайно перенести. Вот. Я не помню, может быть, швец, может быть, кто-то еще говорил о том, что это искусственно перемещенный вирус. То есть, когда стало понятно, что это эпидемия, она может разрастись до пандемии мировой, значит, чекисты просто искусственно ее там перенесли в Ухань. В это я верю, это могли вполне. Человеческая жизнь для них вообще ничего не стоит. Вполне могли. Разработка, чья разработка, китайская или российская, ну вот потому, что здесь, в Соединенных Штатах, в качестве слухов распространяется, это китайская разработка. Не знаю. Может быть, российская. Слишком много публикаций, которые доказывают, в кавычках доказывают, что это не искусственная, а естественная мутация. Что, конечно, доказать нельзя. Утверждение о том, что мы точно знаем, что это естественная мутация, а не искусственная,
говорит о том, что, ну, хотя я не специалист, я не вирусолог, там какие-то такие из общих соображений, может быть, я не прав. Вот, так что, как всегда, знаете, Салтыков-Щедрин говорил, что, как же там это было, ненужность или неэффективность, неправильность российских законов, не помню как точно, компенсируется необязательностью их исполнения. То есть можно предположить, что это был искусственный процесс, но вероятнее всего все-таки это было искусство раздолбайства.